Всем привет, с вами Дженикус. Первый комбат-пак для Mortal Kombat 1 стремительно движется к своему завершению. По примеру Акумы в Street Fighter 6, в Mortal Kombat 1 последний DLC персонаж Такеда и Камео Фера выйдут с очень большим баланс-патчем. 23 июля, кстати, на следующий день после Лигии в Tekken 8, в Mortal Kombat 1 появится не только Такеда и Фера. Патч сильно бафнет супер-апперкот, механику, которой никто с релиза игры не пользовался. Нетару ждут несколько серьезных бафов. У Ли Мэй добавится новая стринга, Кван Чи получит новый портал кик. Скорпиону бафнут EX-овый телепорт. Новые амбушт-мувы получат Камео Фрост и Скорпион. Будут улучшены ракеты у Сектора и взрыв Сайрекса. Гора получит множество новых амбушт-кэнселов, и это лишь небольшая часть изменений, которые нас ждут. Полный патч-ноут будет опубликован в начале следующей недели, по всей видимости, с выходом геймплейного трейлера Такеды. Он будет опубликован в 16 часов 15 июля по московскому времени. Свежий билд и Такеда с Ферой будут доступны до релиза всем посетителям Evolution с 19 по 22 июля. Как вы помните, ранее была новость, что на Comic-Con Сан-Диего будет панелька, посвященная Mortal Kombat 1, где команда NRS расскажет о дальнейших планах. И вот сейчас пришел расширенный анонс того, что нас там ждет. Так что вот подтвержденная уже информация. Официальное название панели Mortal Kombat 1 More Combat. Описание на сайте Comic-Con гласит: Эд Бун, креативный директор NetherRealm Studios и один из создателей Mortal Kombat, присоединится к актерам Эрике Исии, Starfield Fallout 76 и Кайдзи Тангу, Джуджутсу Кайзен, видеоигры Детектив Пикачу, а также к членам команды NetherRealm Марти Штольцу, директор Cinematic подразделения, и Джошуа Слингерленду, главный постановщик, для обсуждения продолжения сюжета, будущих бойцов и новых игровых функций, которые будут добавлены в Mortal Kombat 1 на второй год. Обратите внимание, игровых функций, а не игровых режимов. Так что не надейтесь на режим без камео или тег-режим 2-на-2, речь идет не о режимах, а о функциях. Модератор Калиф Адамс, генеральный директор Spawn on Me и The Spawnies. Напомню, что эта панель стартует в полночь по Москве с 26 на 27 июля и продлится 1 час. Также напоминаю, что стрима, скорее всего, не будет, так как подобные мероприятия на Сан-Диего Комик-Кон не транслируются. Так же было и в прошлом году, панелька Mortal Kombat 1 не стримилась. Так что, коротко, чего мы ждем? В 16 часов 15 июля геймплейный трейлер Такеды и публикацию патчноута. С 19 по 22 июля Evolution. 22 июля комбаткаст по Такеде. 23 июля релиз Такеды и Феры. А также новый баланс патч, новый сезон Комбат Лиги и вторжения. Полночь 26 июля, выступление на Комик-Коне и ожидание анонса второго комбат-пака, сюжета и новых функций игры. Всем спасибо за внимание и очень благодарен всем, кто подписан на мой Boosty. Подкидывайте идеи, что еще там можно запостить.